Повестки сегодняшнего дня у нас один вопрос в избрании председателя постоянной комиссии по промышленности, охране окружающей среды, жилищно-коммунальной политики и коммуникационному комплексу Ачинского городского совета депутатов 6-го созыва. В соответствии с положением о постоянных комиссиях Ачинского городского совета депутатов, председатель комиссии избирается на заседании комиссии и утверждается в этой должности решением городского совета депутатов. Таким образом, кандидатура, которую вы сейчас изберете на заседании постоянной комиссии, на сессии будет утверждена городским советом депутатов. Я предлагаю избрать председателем комиссии кандидатуру Безругих Олега Ивановича. Раз нет больше предложений, выносим на голосование. Значит, уважаемые кандидаты, прошу проголосовать. По результатам голосования за кандидатуру Безруких Олега Ивановича проголосовало 8 депутатов.